Торговли на Магданской площади в этом сезоне больше не будет. Ярмарка товаров и продукции местных производителей переезжает в здание рынка «Фреш». Об этом сообщили в комитете по работе с хозсубъектами мэрии Магадана. Своих покупателей местные фермеры и предприниматели ждут каждую субботу 17 октября на торговых рядах рынка по адресу улица Пролетарская, 43. Там с 10 утра до 16 часов можно будет приобрести мясомолочную продукцию, рыбу, овощи, хлебобулочные изделия и другие свежие продукты питания. Работа ярмарки будет организована с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по санитарной безопасности.